Кадровое назначение в сфере здравоохранения. На комиссии в облсовете утвердили кандидатуры двоих исполняющих обязанности главврачей лечебно-медицинских учреждений области, а также исполняющего обязанности начальника областного бюро судмедэкспертизы. Подробнее далее в сюжете. Система здравоохранения в Запорожской области нуждается в кадровых переменах, уверены члены постоянной депутатской комиссии. Они утвердили кандидатуру Анатолия Куртева, исполняющим обязанности начальника бюро судмедэкспертизы. Кроме этого, положительное решение вынесли и в отношении Сергея Мерзляка, утвержденного в должности ИО главврача областного клинического онкодиспансера. Также решение большинства исполняющей обязанности главного врача областного детского противотуберкулезного санатория стала Елена Демьяненко. Рассмотрение вопроса о назначении ИО главврача областного клинического наркодиспансера члены комиссии откладывают. По их словам, в перспективе они будут проводить постоянный мониторинг деятельности всех, кто был назначен исполняющим обязанности, чтобы удостовериться в прозрачности освоения ими бюджетных средств.